В рамках прошедшей в мае в выставочном зале Твинхолл выставки «Завтрак на траве» с посетителями галереи встретились и пообщались сразу два известных дизайнера. Первой встречей стала интерактивная лекция и мастер-класс художника, архитектора и автора уникальной методики самопознания через цвет Тани Аллен. Выбор цвета при оформлении интерьеров – это всегда большая ответственность для любого дизайнера. Окружающий нас цвет не только является неотъемлемой частью повседневной жизни, он может также явственно или скрыто влиять даже на здоровье человека. А ведь в любой семье у каждого человека есть свой личный цвет, и далеко не всегда вкусы могут совпадать. Как же правильно подобрать и сочетать цвета в интерьере, угодив всем членам семьи? На своей лекции и говорила Таня Аллен. Она предложила всем слушателям с помощью специального упражнения безошибочно определить именно свой цвет. Не всегда таким цветом является любимый. Им также может быть тот, которого человеку не хватает подсознательно. Таня Аллен подробно рассказала о роли белого цвета в интерьере, а также о том, как можно самостоятельно создавать красивое, удобное и гармоничное пространство вокруг себя, легко придумывая и воплощая даже самые невероятные идеи, исходя из своих возможностей. Свой авторский мастер-класс Таня Аллен превратила в групповой сеанс цветотерапии, что означает гармонизацию любимого цвета и того, которого не хватает. Всем участникам было предложено погрузиться в самые приятные воспоминания из своего детства и перенести полученные в результате эмоции с помощью красок на лист бумаги. Суть мастер-класса состояла не в раскрытии какой-то определенной техники, а в раскрытии человека, который сам порой может чего-то не знать о себе, что случается достаточно часто. В мастер-классе с удовольствием приняли участие не только взрослые, но и совсем юные посетители Твинхолла, пришедшие сюда вместе с родителями.